Не требует доказательств простой факт, что Московией правят бандиты во главе с Путиным. Лично он и его близкие соратники, наподобие Медведева, Миллера и множество других бонз, не имеют судимости просто потому, что в середине 90-х было заморожено расследование, в котором фигурировали факты хищений в особо крупных размерах, контрабанды и прочих подвигов, за которые они должны были получить максимальные сроки заключения, как единая организованная преступная группа. Но тогда дело умерло, потому что Путин не был главарем банды и ее крышей. Главарей банды решилась судить Испания, куда верхушка Тамбовской ОПГ отвалила на ПМЖ, имея тугие кошельки, набитые вечно зеленой валютой. Там буднично было доказано, что Путин Владимир Владимирович входил в эту преступную группировку и, злоупотребляя своим служебным положением, организовал махинации с товарами из гуманитарной помощи, а потом обеспечил окно контрабанды для любых грузов. После того, как стало понятно, что окно работает исправно, через него стали перебрасывать наркотики, в том числе и так любимый российской элитой кокаин. Он заходил прямо от наркокартеля Кали. В РФ это дело заглохло, потому что уперлось в крышу, которой был папа нынешней кандидатши в президенты Ксюши Собчак, которая является крестницей Путина. В те времена Путин был его подчиненным и личным халуем, исполнявшим обязанности решалы и человеком, который приносил деньги. А указанные выше фамилии его подельников работали уже под ним и входили в ту же самую преступную группировку. Таким образом, сам Путин и его ближайшее окружение – бандиты, хоть и без формализованного статуса. В любой более или менее пристойной стране он бы уже давно отсидел свой срок и был бы простым бывшим зэком. Но в РФ такие персонажи вполне могут стать руководителями страны. Неудивительно, что миллиардерами там становятся натуральные уголовники типа Усманова, Пригожина и им подобных. Время прошло, и Путин совместил в своем лице и главаря, и крышу, а потому публика к нему пристраивается именно за такие качества. Грубо говоря, Путин для них является той фигурой, которая защитит в любой ситуации, а если случилась беда и кто-то таки нанес ущерб, то он обязательно отомстит за него. Собственно говоря, речь идет о том стержне, на котором держится воровская власть, и называется это авторитет. Долгое время Путин выполнял свою роль, так как это предусмотрено бандитскими кланами. Но в последнее время ему это удается все хуже и хуже. А недавно вопрос и вовсе стал о том, такой ли он авторитет. Как известно, после сирийского погрома, который был устроен в ответ на операцию по отжиму нефтяного завода у американцев и передаче его братку Пригожину, Владимир Владимирович заболел. Как отмечают сами российские наблюдатели, он отменил свою плановую командировку не куда-нибудь, а в Сочи. Кроме того, было отменено присутствие нацлидера на ряде мероприятий, в том числе на неком серьезном совещании, посвященном микроэлектронике, которое было запланировано проведению в Кремле, а также ряд других мероприятий. Что характерно, вялые комментарии Пескова о болезни Путина практически все наблюдатели связывают с событиями в Сирии и понимают, что Путин забился в нору. Инсайдеры уже говорят о том, что если эта болезнь затянется и дальше, то в ход пойдут консервы, заготовленные впрок интервью или другие съемки, которые нельзя будет точно привязать по времени. Оказывается, что для этих целей создан целый архив, который можно пускать в ход при форс-мажоре. Но этот номер пройдет для быдла. А ближний круг поймет, что шеф спекся. Это опасная ситуация для Путина лично. Бандитское окружение может почувствовать падение авторитета и предпринять действия по его замене.
Сегодня будет некий маркер ситуации в Кремле. Именно сегодня в Кремле пройдут торжественные мероприятия по случаю 25-летия «Газпрома». Юбилейные торжества «Газпрома» всегда проходят с помпой и шикарным концертом, в котором участвуют мировые знаменитости. Это очень статусное мероприятие, на которое собираются сливки общества, которые, невзирая на состояние желудка и мочевого пузыря, сидят в зале и ждут серьезно опаздывающего Путина. В это время никого из зала не выпустят ни под каким предлогом. Там проще сходить под себя в случае чего. Но опытная публика готовится загодя, дабы не оконфузиться. Участие Путина в сегодняшнем мероприятии давно анонсировано и просто логично по сути. Если дедушка не найдет в себе сил вылезти из норы, для всех будет подан сигнал о том, что он не только не смог отстоять за Сирию, но даже не сумел взять себя в руки. Впрочем, все станет ясно немного позже.